Кто полетит следующим рейсом? Самолет «Ютэйр» отправился из Сургута в Сочи с часовой задержкой. Причиной стала перегрузка лайнера. Об этом сообщил подписчик нашей группы в соцсети Instagram. На борт поднялись представители авиакомпании и предложили четырем пассажирам покинуть самолет и улететь на следующий. По всей видимости, добровольцы нашлись, поскольку воздушное судно отправилось в полет. По расписанию борт должен был подняться в воздух в 7:20 утра. Сервис Flight Radar 24, отслеживающий движение самолетов, сообщает, что Boeing «Ютэйр» прибыл в Сочи с опозданием на час.